Мы еще знали друг друга детьми, но начали встречаться 6 лет назад. Почти 7 будет. Он у меня самый лучший. Он заботливый, нежный. Он меня рассмешит в любую секунду. Я его очень сильно люблю. In a world strong with birch and oak song, there she raised his walls and ceilings, and there she loved him. In her garden grew pain and promise, planted neatly. Любовь для меня – это то, ради чего нужно жить, ради чего рожать детей, растить их с любимым человеком, чтобы рядом всегда был кто-то, на кого можно положиться, опереться на крепкое плечо. Love will find its way. Bye.